Здравствуйте, в студии Екатерина Решетилова. Прогноз подготовлен по данным Гидрометцентра России. На большей части Дальнего Востока погоду продолжает определять циклон над Охотским морем. Из-за него в прибрежных районах и на островах ожидаются осадки с порывистым ветром. Днем на юге Камчатки на Курилах от 0 до плюс 5. На Сахалине температура понизится до минус 5. Станет холоднее в Хабаровском крае, там минус 13-18. В Приморье и в Амурской области до 15 мороза, но преимущественно без осадков. В Забайкале пройдет небольшой снег, не исключены и метели, днем там минус 12-17. С запада на территорию Сибири надвигается мощный атлантический циклон, поэтому будет преобладать пасмурная погода со снегом и метелями, а больше всего осадков на севере. При этом на Ямале минус 10-15, в Ханты-Мансийском округе от 0 до минус 5. Теплый воздух осваивает и юго-запад региона, в Омской области, на юге Тюменской, до плюс 3. От Новосибирска до Иркутска, а также в Красноярском крае минус 3-8. Погода везде снежная и ветреная. На Урале в теплой части циклона возможны и дожди, и мокрый снег, а температура 0 плюс 5. На европейской территории России погода существенно не изменится. На фоне пониженного атмосферного давления влаги и тепла по-прежнему в избытке. Температура превысит норму на 10 градусов, а местами и больше. Например, в Сочи вернулся бархатный сезон. Там плюс 20-25. Правда, вода всего лишь 14 градусов. В среде в основном плюс 5-10. Пасмурно, местами пройдут кратковременные дожди. Под утро не исключены туманы. На северо-западе и в Калининградской области тоже осадки. Прохладнее, от 0 до плюс 5. И на севере около 0. И только на Кольском полуострове погода напоминает зиму. Там минус 5, минус 10 и небольшой снег. В Петербурге мокрый снег, температура в течение суток 0, плюс 2. В Москве и ночью, и днем температура тоже одинаковая, плюс 6, плюс 8. Повсеместно туманы и дожди. До встречи.